Одну игру сборную 7 штрафных подряд промазал. В Самаре показалось, что могу промазать 6 подряд. Много. Если я как разыгрывающий потеряю мяч, это значит, что команда плохо будет играть. Нисколько. Я стараюсь не делать потери. Не хочу, но может быть получается иногда. Не знаю. Я не нарушаю пунктов контракта. Если 40 температур у меня, я не прихожу на тренировку. Звоню доктору, чтобы к мне. Можно попросить бывалого игрока, который спросил ходить на день рождения у бабушки, и такие случаи были. На русском? По-разному. По-русски, по русскому языку, по-сербскому, по-боснийскому, по-английскому. Ну, стараюсь так не делать, но иногда бывает эмоции. Лучший пас, когда даешь результативный передач. Поэтому что я доволен, когда даю мяч, и доволен мой друг из команды, который забивает. Пас центровому, который забивает сверху, это лучше. Лучше передача. Красноярск. Енисей, Красноярский край. Шучу. Бросаю со средней дистанции. Никогда. Редко. Сейчас 70, 80. 500.